Nu, tātad vēlreiz visiem labu vakaru, puiši, meitenes. Nu, redziet, puiši un meitenes, interesanti. Ieraudzīju, kā es teicu, pirms dažām dienām šo kungu, Oļegu Soskinu. Sāku viņu skatīties, klausīties. Viņš ir ukrainis un gudrs vīrs. Un ieiet viņa kanālā, izlasiet par viņu sadaļu, kur ir par viņu, ja? Bet paklausieties. Nu, pirmkārt, ko uzreiz prātā nāk no Bībeles, ja? Kad laiku beigās, tauta celsies pret tauti, tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti. Jūs dzirdēsiet karus, tur karu daudzināšanu. Ja runā šobrīd tieši par to tēmu, tur, protams, vēl rakstīts par zemestrīcēm un badiem un slimībām un pārējo, bet ja runā par karu un karu daudzināšanu, nu, ot, paklausieties, redziet, burtiski, nu, iedomājieties, ja? Bībele raksta, cik tas bija sen uzrakstīts? Visas praviešu grāmatas un vienalga kaut vai Jāņa atklāsmes grāmata, tas viss bija ļoti sen. Un pastiesties, cik perfekti visu Dievs bija tad jau uzrakstījis, ot, reku, maz fragmentiņš, paklausieties. Kas mūs gaida šobrīd tuvākajā, nu, šogad, teiksim tā, pat cik tikai marts, ja, kas kādi kari un kur šogad pasaulē, kas turpināsies, un tas viss ir pēc Bībeles. Un kā es visu laiku pieminu to mūsu brāli no kanāla Evangelija paslednieje vremja, Igoru, Igari, paskatieties viņa kanālu, viņam tas viss jau sen bija pateikts, iedomājieties. Viņš kanālā sen to visu jau stāstīja, bija izanalizējis. Un šobrīd šis gudrais ukraiņu vīrs, paklausieties, kur šogad jaunie kari sāksies, klausieties. Начинается опять революция какая-то. Уже всем понятно, что был приказ Путина, так же как и по Навальному, отравить Саакашвили. Специально Путин подбирал яд, причем медленного действия, чтобы уничтожать Саакашвили постепенно. Ну, собственно, так убивают Навального, Яшина и других в этих сейчас казематах. И этот, который возглавляет ФСИН в Владимирской области, его сейчас Путин указом, вот буквально вчера, 7-го, назначил его уже зам председателя всей этой федеральной службы исполнения наказаний, то есть тюремной системы, тюремщиком. Он его сделал он теперь зам всей тюремной системы Российской Федерации. То есть садист, ненормальный психопат, вот уже поднят на высочайший этот уровень. Ему дали уже более высокую площадку в этой преступной государственной машине, во властных структурах. Подняли на высшие этажи. Палач, то есть натуральный палач в 21 веке. Вот, пожалуйста. Путину такие палачи очень, как говорится, подходят, потому что он сам такой. Вот вам, ну и точно по той же схеме уничтожается Саакашвили, потому что Саакашвили это личный враг, затятый враг украинскую мовою, такий, що Саакашвили для Путіна, і він собі поставив відповідне завдання знищити його. Но грузины, которые выступают, ну, в этой, так сказать, грузинской типа мечте, теперь понятно, что это мечта возвращения в Грузию бандитскую, когда в ней правили воры в законе. Вот. Ну, и нашли ли он кто такой по своей сути, если там сошкрябать с него этот лоск и бутафорию, кем он окажется, то, конечно же, по сути, Грузия, я помню, когда не только вот развалился Советский Союз, распался, очень там жуткая ситуация в Грузии была. Я помню, в посольстве там был украинском, мне рассказывали, что вообще такие жить было практически, еды не было, продуктов не было, тепла не было, ложились спать там, вода в стакане замерзала за ночь, там спали вообще там одетые под этими какими-то там этими ковдрами накрывалось, такое просто было, как вот военное жуткое положение. Ну, собственно, благодаря Саакашвили и той революции, да, удалось Грузии выйти на другой уровень. Теперь она резко, убивая Саакашвили, они говорят, сегодня грузины уничтожают всю эту благополучие своей страны, они возвращаются в то состояние, которое было до Саакашвили, то есть распада, деградации, уничтожения, энтропии Грузии. Вот с чем я вас поздравляю. Ну, будем надеяться, что все-таки здоровые силы, начавшие еще там восстание,
против этого бандитов, воров в законе, кагибистов, потому что понятно, Иванашвили, что не кагибист, а как бы иначе он стал миллиардером, мультимиллиардером и так далее. Ну а то, что там этот клан семьи этих Габриашвили или как там, что они там чуть ли не кровная месть к семье Саакашвили, это тоже понятно. То есть там все перемешано, перемешано. Поэтому Грузия закипает, это огромный такой взрыв, взрывной котел, и скоро там уже крышку с него сорвет, там по полной программе будет. Параллельно должно что-то быть уже в Чечне, особенно в связи с тем, что в Чехии пропал этот жеребец, очень хороший, выиграл там из более там что-то почти 40-36 где-то участвовал в соревнованиях крупнейших и 9 раз выигрывал, там 16 лет ему, видимо, еще достаточно, ну, породистый, может, видимо, еще давать продолжение, так сказать, кобылу, если ему подобрать хорошую. Вот стоил он там что-то 20 тысяч долларов или сколько-то, то есть такая пропала. Но это фактически такой удар тоже каким-то сапогом в личико Рамзана этого. И, конечно, Рамзанчика. И, конечно, это серьезное ему такое, как бы, бросили вызов. Ну, посмотрим, что будет дальше. Учитывая, что в Чечне не только есть тейп Кадырова, а есть много других тейпов, которые его просто ненавидят. И как только сейчас ослабевает власть Путина, естественно, начнутся серьезные столкновения в Чечне. И в этом сублимации под названием Дагестан. Потому что там просто межнациональный котел. Потому что это как в Афганистане нет нации афганцев, так и в Дагестане нет нации дагестанцы. Это просто совокупность проживающих там национальных протоэтносов. То же самое, что в Афганистане. Что там стан, что там стан. Стан — это земля. Дагестан — это земля гор. Ну, Афганистан тоже чего-то там, земля чего-то другого. Поэтому, видите, тут такие как бы параллели есть. Поэтому я думаю, что там будут и в Дагестане, и в Чечне очень тоже близятся серьезные какие-то взрывы. Конечно же, нельзя, параллельно начались столкновения Азербайджана и Армении, и они будут усиливаться, потому что этот крутится веретено, и все возвращается вот в тех слоях, начало, конца 80-х годов, когда эти войны возникли. Поэтому они должны быть. Помните Сумгаит, когда азербайджанцы там резали армян в Сумгаите, тоже там страшные события были. Ну а здесь Нагорный Карабах. То есть фактически Армения и Азербайджан должны, вот как я предполагаю, войти в открытую войну, тем более учитывая, что очень плохие позиции слабнут Эрдогана, вообще его должны были бы убрать. Потому что именно его правление привело к этим, видимо, огромным кражам и нарушениям в строительной индустрии и в самом строительстве. Видимо, эти девелоперы там такое вытворяли, что там просто из песка все строилось, и это все должны были, видно, мешками деньги носили туда, на высшие этажи пирамиды режима Эрдогана. Почему турки такие как бы смешные, ну это непонятно. Поэтому просто, ну если человек довел их до такого, как говорится, уничтожения страны, они терпят. То есть у них в 22-м году инфляция 100%, там колоссальная бедность, обнищание, разорение. В Сирии война, в Курдистане война, в Ирак он влез, в армяно-израильскую войну влез. Еще лезет в Украину, то есть, ну, надо его просто убирать. Он довел страну уже до краха. Это... Čau, mans vārds ir Dārvs Ābel, es esmu privātais treneris MyFitness Alley klubā, un šodien... Не дает вступить и ратифицировать соглашение по Швеции и Финляндии. Абсолютный, так сказать, союзник Путина. Ну о чем говорить? Все сейчас практически закупается Турцией. Это три враждебных для Украины открыто страны. Это Китай, это Индия и это Турция через, ну и Казахстан,
конечно, Армения, но эти поменьше, и Узбекистан. Но вот этих через Китай, Индию и Турцию идет главные товаропотоки и технологии и прочие вещи поступают в ту же Российскую Федерацию. Не удается выдерживать вот эту изоляцию их по пакетам, 10 пакетов. По-видимому, фактически вот это три союзника колоссальных Путина, которые держат, благодаря им держится на плаву экономика, никак не сдохнет Московии. Вот, и они терпят его, но Турция тоже там идут очень серьезные внутренние... Ну ладно, так а, как я сказал, видео палика 4 минуты слез бейгам, бет... Pildīgi pareizi arī Igors no kanāla Evangelija paslednieja vrēmja visu laiku tieši šito pateica, kad būs Karabahā tas tur un ka Putins iestāsies Armēnijas pusē un būs karš ar Turciju un nu, tur būs kas kārtīgs zames. Tā kā dzirdējāt, ot lūdzu, ot šitas visi reģioni, ko tikko Džeks tikko teica, tas viss tuvākajos, var teikt, mēnešos akal iesgaisā.